В этом УАЗике, да и в том другом тоже замерзла вода, но когда немножко разморозилось, было плюс один, плюс два, я в том УАЗике открыл снизу краник сливной, и она потихоньку вся слилась. Здесь я его открыл, но он что-то не открывается. Вот он. То есть потихоньку он капает, но вода не течет. Видимо, он сломан. Поэтому сделаю деревянный чопик и забью его туда, чтобы сейчас я залью тосол. Купил тосол. Вот такой купил тосол. Я заводил сейчас, я поставил воду, заводил двигатель. Он у меня не греется, потому что тут нету этого термостата нету. Поэтому больше он у меня не нагреется, разве что он нагреется, если только пойти там застрять в какой-нибудь луже и долго его мучить. А так он не греется. Нагрелся где-то до 40 градусов. И я посмотрел снизу, вроде ничего не капает, ничего нигде не сочится. Был мороз где-то минус 4 градуса. И вроде бы ничего нигде не потрескалось, ничего нигде не лопнуло. Вроде все живое. Сейчас солью воду и залью тосол, который я купил. Так что если будет у вас минус 1, минус 2, минус 3, максимум минус 4 одну ночь, то выдержит. Двигатель выдержит, ничего не замерзнет. Если ожидается больше минус 5, то скорее всего уже в каждую ночь как бы будет идти минус 5, минус 5, минус 5. Днем тоже там 0, плюс 1. То лучше, конечно, залить сразу все, слить и залить нормальную жидкость. Потому как краник тут сломан, я откручу этот патрубок. Снизу я не могу, там очень тяжело, до хрена ебли, так скажем. Звонили с налоговой, а я как бы налоги заплатил, увидел их номер и обосрался, думал, что еще за хрень. В общем, я говорил, что вытащу этот патрубок верхний. Понятно, что не сольется вся вода, но больше половины как бы сольется. И ничего страшного, если смешается с тосолом, все равно будет все морозы выдержит. Даже если где-то что-то будет чуть-чуть подмораживать, то это незначительно. Там несколько льдинок, чтобы по системе ходило. Они как бы не будут большие, они будут очень маленькие, поэтому не страшно. Понял, да?